Дорога по улице Магистральной – один из связующих участков между промышленными предприятиями, торговыми складами. Помимо легкового транспорта здесь ходят общественные, а также большегрузы. Во время сезонного содержания к таким участкам приковано особое внимание служб благоустройства. Важно поддерживать высокую проходимость. В прошлом году магистральную обновили на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое высокопрочное асфальтобетонное полотно уложили на площади более 52 тысяч квадратных метров – от улицы Чекистов до Зубчининовского шоссе. Кроме проезжей части, привели в порядок въезды и выезды на примыкающие улицы, внутриквартальные территории. На данном участке было выполнено работы с новой асфальтобетонной смесью, именуемой «Щемаш-16». Данная асфальтобетонная смесь показывает, что она себя хорошо ведет на участках дорог с большим потоком, то есть с большой проходимостью. Важно правильно содержать дороги в течение всего сезона. От этого прежде всего зависит их срок эксплуатации. Во время температурных качелей, когда днем столбик термометра растет и снег тает, а ночью вода замерзает и разрушает дорожное полотно. Чтобы предотвратить это, необходимо обрабатывать дорогу противогололедными средствами. На магистральный подрядчик используют галит. Через 2-3 часа после того, как он подействует, дорогу обязательно прометают. Ранее было сделано на улице Магистральной вывоз снега. Сейчас вывозим оставшуюся часть, далее прометаем и просыпаем. Снег с дорог вывозят на площадке временного складирования. Такую работу организуют по всей улично-дорожной сети по городу. В преддверии потепления и положительной температуры Самару продолжают приводить в порядок. Всего в минувшую ночную смену на улицах задействовали 229 машин и 98 дорожных рабочих. За сутки вывезли почти 6,5 тысяч тонн снега. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.